Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы начинаем проходить игру, которая вышла совсем недавно, которая называется Sniper Elite 3. Ребята, мне игра эта очень понравилась, я, конечно, немного в нее играл, только прошел приблизительно где-то первую миссию, но эта игра мне действительно очень нравится. Я помню, играл во вторую ее часть, давно ее уже прошел, вот сейчас вышла третья часть, и я решил пройти ее с вами. Ребят, хочу сразу же сказать... тем людям хочу сразу же попросить прощения и сказать, что мы будем проходить только, как бы я хочу пройти эту игру вместе с вами, но если вам только нравятся шутеры, вот какие-то прохождения каких-то других игр или еще какой-то просто другие игры, то мы будем проходить с вами. А те люди, которые будут сюда заходить и просто-напросто писать, не надо эту игру, давай лучше Пиксельмон. Ребята, я прошу прощения, но я даже не буду отвечать на те комментарии, потому что, если вам нравится Пиксельмон, хорошо. Но, если есть люди, которым нравятся какие-то шутеры, другие игры, или прохождение еще каких-то других игр, то мы будем проходить с вами, ребята. Сейчас давайте начнем. Компания... продолжить игру, новая игра. Вот, я немного тут поиграл. Текущее состояние компании 1%, общее время в игре 13 минут. Вот, это все, что я только в нее поиграл. Но сейчас мы начнем новую миссию, новую игру, чтобы все сразу заново. Текущий игровой опыт будет потерян. Продолжить, да, продолжить. Курсант. Для легкой схватки баллистика пули не рассчитывается. Для красивой схватки. Упрощенная баллистика пули, беспощадные враги. Элитный снайпер, тщательно подготовлен к тяжелому ла-ла-ла. Только для пуристов и мазохистов. Нет, это точно нет. Давайте. Это уже ультра-хардкорно. Это тяжело. Стрелок это средний, а курсант это легко. Давайте стрелок будет средний. Большая часть Европы. Чтобы очень так не задрачиваться, так. С адреналинчиком пройти игру. Давайте послушаем, что он там говорит. Линии снабжения союзников перерезаны. Суэцкий канал — это линия жизни между Британией, ее владениями и ближневосточной нефтью, что делает войну в Северной Африке ключевой. Британская армия и войска Си встретились на границе Ливии и Египта. И линия фронта постоянно перемещается по западной пустыне, узкой полоской беспощадной земли между Средиземноморьем и Сахарой. Настал век механизированных сражений. Здесь... царят танки. Ну, чё, я зашел на берег в Тобруке. Ладно, говори, транспортное давай. Судно привезло подкрепление. Юношей, слепо бегущих к своей смерти. Им было неуютно рядом с такими людьми, как я. Мне наоборот. Большинство из них не выживет. Ромеля отбросили в ходе операции «Крестоносец». Но войска Оси снова наступают на западную пустыню. Битва у Газала началась с отступления союзников и Ромеля у стен города. Некогда думать о тактике. Нас 35 тысяч, и у нас приказ. Ух, и хрена себе, 35 удержать кусков. Табрук. Так, короче, нам нужно защитить город. Как уничтожить технику, стрелять его из уязвимые места. Ни хрена себе, ты что, еще даже со снайперки можно технику захреначить. О, уже где-то сирена. Чё там? Может, немножко я сейчас уменьшу громкость, чтобы... немцы. Ну, как я понял, мы тут воюем. Короче, на этой войне есть и немцы, и британцы, да? Да, война такая, Вася какой-то бежит там. Давай, что там война, нападают. Это себе сидит там, пушечку свою колебает, да? Ну, в принципе, это же профи, да? Снайпер. Ну чё, давай, забегай. Снайперы, срочно на стену! Ну, пошли мы им задницу-то расстреляем на кусочки, давай. О, заряжаемся и пошли, ребята. Так, сейчас давайте, в принципе, пойдем. Я говорю, я ещё немного в эту игру играл, вы сами там смотрели, только я играл в неё 10-13 минут, да, и всё, что я успел, там, может, хрен его знает, что вот эту миссию пройти, всё. Нажмите кнопку. Ребят, чё-то мне кажется, что меня фиг будет слышно. Давайте ещё немного. Вот так будет, в принципе, нормально, мне кажется. Расстрелять. Так, нажмите верхний, чтобы масштаб... Во.
Так, нужно еще привыкнуть к баллистике пули, чтобы знать, как куда и как целиться. Вот это вообще такое охрененное, когда ты просто-напросто вот так смотришь. А, ребят, что я еще забыл сказать? Тут же сначала, типа, ты тут можешь эволюционировать уровни, да? Но я как бы уже начал кампанию, я прошел там 13 минут, но я уже успел прокачать один уровень, вот сейчас у меня второй уровень, и я успел открыть одну пушку, которая у меня есть, камуфляжная, или она уже была, фиг ее знает, ну вот, как, которая сейчас у меня на спине. Когда вы задержите дыхание при прицелении в виде красный маркер. А, ну это понятно, это баллистика пули. Да, я понял. Во! Вот это когда кишки наружу вылетают, это вообще кайф. Во, когда ты так смотришь, сейчас ему это черепушку прям разломает. Да. Давай. А он тебе сидит там в бинокль целится, когда мы ему мажем там башкенцию его. Так, что нам сейчас делать? Найдите других корректировщиков. Ага. Бежим мы туда. Нажмите Tab, чтобы посмотреть ваши задания. Найдите других корректировщиков. Так, а сейчас... О. Понятно. О. Мы вообще снайпера кайфовые. Сразу же так, бам, в башкенцию. Или куда мы там прицелились? Да, в башкенцию. Вот это вообще так охрененно смотреть. Ба, выстрел в голову. Отлично. Так, сейчас что там? Ух ты, нифига себе пулеметишка. Направляйтесь к... Так, ладно, мы тут, что дальше? Дальше уничтожить зенитное оружие. Ребят, мы даже снайперки тут можем машины уничтоживать. Вот, где уязвимые места. Сначала нужно с бинокля, да, вот тут и вот тут. Вот, отлично. Ну что, давайте целимся. Сейчас мы с одной пули машину взорвем. Охренеть. Снайпер вообще тут сила просто-напросто. Какие нахрен в жопу пулеметы, какие РПГ, какие нахрен танки, если мы тут со снайперкой можем всем жопу надрать. Ух, какой обстрел идет. Ух. Ну чё, давай. Вставай. Ты же снайпер. Так, куда нам дать? Найдите перевал в горах. Бежим. Так. У немцев минометы Нибельверк. Мне нужно с ними разобраться. Да, мы против немцев воюем. Понятно, немцы же всегда виноваты в каких-то войнах, да? Всегда немцы, всегда против немцев. Не, конечно же, против русских в американских войнах. Меня не услышат. Всегда только русские во всем виноваты, но это как бы старые войны, да, там, прошлого века, и тут, конечно же, русские не будут виноваты. Ох, как мы его замочили. Отлично. Обыщите трупы, нажал Z, и вы можете найти какие-то предметы. Так, сейчас мы этому тоже-то черепушку его сломаем. О, не убивай. Най, хранцы, короче, пофиг, и так мы тебя завалили. Так, заметил вас, подозревает, ищет, атакует. Ага, понятно. Воспользуйтесь велородом, чтобы бесшумно убивать врагов вблизи. Велород. А, ну вот это глушитель, да, походу. Писик с глушителем. На тебе хедшот, зараза. Бесшумно. Отлично. На тебе хедшот, зараза. На тебе хедшот, зараза. На тебе хедшот, зараза. Вы что думали, с кем вы тут вообще встретились, ребята? С кем вы тут встретились, зараза? Конечно же, снайпером. Что вы хотите вообще? Нажмите, чтобы положить динамит или удерживать, чтобы его бросить. Выстрелите у него, используйте кремень и огнево. Короче, понятно. Ну, нету смысла его использовать. Так как мы уже, в принципе, их у всех расстреляли, не, ну, вот эти, которые там охраняли минометы, да? Так,
Нас, походу, кто-то там запалил. Так. Отлично. Некоторые звуки достаточно громкие, чтобы заглушить звуки стрельбы. Значит... вот тот значок значит, что ваш выстрел никто не услышит. Внимательно прислушивайтесь и аккуратно выбирайте время выстрела. Понятно. Давай, сейчас мы подождем. Давай, стреляй, стреляй, стреляй. Обнаружено тело. О, вот тот чувак тело нашел. Вот это хреново, он сейчас нас запалит. Заколебали тварюги. О, там чувак идет. О, не запалил нас? Не успел. Но зато мы ему сейчас в башку-то его запалим. Вот, зараза. Отлично, ребята. Мы уже столько хедшотов поставили, что капут. Так, тут еще есть люди. Вот так. Она будет швайнен найн Гитлера хендехох. Все, вы умерли, что вы хотите. Так, сейчас, куда нам нужно? 68 метров. А, поход сюда, да? Бежим, айны, цвайны, драйны, блайны, флайны, побежали гасить немцев, или кто это тут? Не-не-не-не-не-не, вот твою ж мать, запалил нас тварюга. И мы тебе тоже это запалили. Ай-ай. Да твою ж там мать. Сейчас, как тут лечиться, аптечка? Во. Понял, как лечиться. Но если нас уже запалили, что мы будем с пистиком-то ходить? Если-то нас запалили. Полицию, швайнец, выходи, засранец. Так, этот еще кто-то там сидит. Сидит на, наверное, на... Вот он. Отлично. Убийство навскидку. Ладно, пофиг. Ну да, так прям нам путь проложили. Так, ну чё, давайте побежали мы туда. Ну все, сейчас мы уже, наверное, можем пистик вытащить. Побежали. Ну бежи. Я понимаю, что ты уставший, дружок. Но давай-ка ты побеги. А, ну тут нету каких-то скрытых заданий, ну в смысле не заданий, какие-то записки собирать или еще что-то такое. Фиг его знает. Ну ладно, давайте сюда мы побежим. Сюда, да, нам? Да, давайте сюда, побежим. Ай! Во! Ух, паркурщик! Ты паркурщик! Че, сейчас? Танки всякие. Снайпер Элит 3. Африка. Африка. Африка против немцев. Ну чё, давай, грузись. Ну? Убийство. Во, капут, сколько у нас опыта уже. Бесшумно убить 8 врагов не убили. Сумма расстояния до цели. Ну, отлично. А, да. Вот тут пишет, было там 2 дневника, мы не нашли. Дополнительные задачи 1, игральные карты 1, снайперские позиции 1. То есть, да, действительно можно всякое находить. Мы потеряли Табрук. Давайте послушаем. Но моя работа привлекла внимание британской разведки. Они следят за генералом Францем Валеном, безжалостным протеже Гитлера, который был направлен в Африку. Браток Гитлера с тут. Заданием. Их агент в окружении Валена молчит. И они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения – оазис Габерун, транспортный узел оси. Через него проходят отряды разведчиков и шпионы. Мой союзник – темнота.
В этом районе несколько офицеров. Отсюда я и начну поиски. Ну отлично, давай. Вокруг озера несколько холмов. Как раз для моей винтовки. Дых-бэм-бэх. Побежали. Если Вален был здесь, он оставил след. И я его найду. Давай, 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 давай. Находи уже, давай, дружок. Так, вот, вот тут у нас есть. Тут у нас вот это наше все снаряжение. Так, альфа, изменить. Вот, это наша винтовка. Давайте сейчас я все покажу, что тут и как есть, ребята. Винтовочка. Вот это наша стандартная винтовочка. Гарант. И мы сейчас можем взять, вот эти мы еще не открыли, но мы можем взять уже винтовку Мосина камуфляж. Но если вот так считать по ее характеристикам, колебание прицела очень большое. Я вот это не люблю, когда оно дергается по всем сторонам. Начальная скорость большая, масштабирование большое, отдача тоже большая. И урон больше. Но то, что колебание прицела, вот это, если честно, немного напрягает. И вот это СВТ-40. Тут начальная скорость меньше, масштабирование меньше, отдача меньше и урон меньше. Ну, как бы тут что отлично, только что отдача меньше. Ну, вот это, мне так кажется, что вот эта гарант, она более-менее так сбалансирована, так как и смотреть вот эти все... пушки, которые есть, у них очень большое колебание прицела. Вот этого, вот в этого гаранда как раз такое отличное, мне кажется. Вот, вот эту штуку у нас сначала была вот эта пушка. А вот тут уже есть у меня открытая вот эта, это как бы фиг его знает, что это. Но вот это у нас еще есть открытая, да? То есть Айнецвайны, вот немцев пушка. И Томпсон, вот мне это очень нравится. Ух ты, ни хрена себе, панцершрек. Ух, ну это РПГшка, да, походу. Вот, вот сейчас у меня вот это есть. МП камуфляжное. Окопное оружие. Вот тут, тут охренеть, какое, какая малая точность, какая скорострельность. Ну это, короче, дробовик. Но дробовик, мне кажется, тут нет смысла брать. Так что давайте возьмем, какая у нас уже сейчас есть, да, МП. Ну, вот это, камуфляжное. А, Вилдрот, тут у нас тоже есть. Вот эти открытые пушки, револьвер и самозарядный АГДМ, HDM, ладно. Я не вижу смысла брать револьвер, так как, в принципе, вот этот пистолет только для этого и дан, что тут глушитель есть, да? И поэтому, в принципе, с этим глушителем нам, в принципе, как раз его и нужно, чтобы убивать бесшумно. Но я так думаю, давайте вот этого возьмем. Самозарядный вот этот, он тоже как бы с глушителем, да? И вот тут у нас идут гранаты, у нас есть две гранаты, два бинта и две аптечки. И, что самое офигенное, ребята, мы тут можем делать настройки вот нашей пушки. У нас есть тут стандартный прицел, вот такой прицел и такой прицел. Но как бы, мы еще пока что их не можем брать, да? У нас есть тут стволы всякие, вот этот стандартный ствол, усиленный ствол и продвинутый ствол. Вообще охрененно, какой продвинутый ствол. Стандартный приклад. Ух, вот это охрененное. Ну, пока что мы вот это все не можем брать, так как оно у нас не открытое. Ну, вот это охрененно. Так, ладно. Ладно, 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 ребята. В принципе, давайте мы, наверное, все-таки на этом закончим первую серию, ребята. Я надеюсь, вам это все понравилось. Нравится вот эта игра, если нравится, то пишите в комментарии, мы будем вместе с вами ее проходить. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.